С другого ракурса тут хоть морда видна. Крыса, которая пасюк. Всем привет, уважаемые крысоманьяки, подписчики и зрители канала Громогон. С вами снова Рос. И сегодня, наверное, будет самый дебильный выпуск, который вообще у нас был. Ну, то есть, настолько сумбурный, спонтанный, что я даже не знаю, как его назвать. Немножко о том, что вообще происходит у нас чуть-чуть, так, коротенько, крысиной хроники. Что видел ты, не видел рай, богатство изломанье. Попробую описать наш этот, как он называется, наш жопинс. Вот это крысы, да? Это наши крысы бегают, наши вот приемные, в смысле не приемные, а приютовские наши крысы. Ну, уже наши, потому что они остались у нас. Ну, вы их знаете, собственно, там. Лисенок, Грося, где там, нет, это Лайк. Лайк, Грося, Фафантик, Астик, да, господи. Ты чё, дурак совсем? Это дурак, это Чушек. Вон лисенок, собственно, там жрет мои штаны. Чё ты мои штаны жрёшь? Ты чё? Иди отсюда, иди мои штаны вообще. Да, это... А, это опять Лайк. Ну, собственно, да, вот два пасюка, лисёнок и, по-моему... Кто тут? Ну, вот это... Ты... Я их уже не различаю. Вот это лисёнок, а это либо Пипин, либо этот, как его, Пифагор. Нет, по-моему, всё-таки... Ты кто? Это Пифагор. Пипин, значит, на окне. Да, ну да, это собственно, не важно. Сейчас, что важно? Немножко покажу свой срач. Это разобранный триол. Я его сейчас мою, да, и убираю. Собственно, дальше. Здесь грязный триол, здесь еще одна грязная клетка. Собственно, их тоже надо чистить все. Вот там еще клетка, вот там клетка. Смотрите, вон там. Тут листик еще не селился, а без яиц. Мы его кастрировали. А вот там, ну, вы не увидите. Сейчас, где... Там-то есть, ну, короче. Там пушкинская. Пушкинская, да. Привезли нам кусающую пушкинскую крысу, но это не все. Это еще не все. Вот прямо сейчас, вот я только что, видите, даже еще одетый, я выбегал за еще кое-чем. Сейчас покажу. За этим вот я выбегал. Смотрите, там что, не знаю, видно, желтый свет, блин, в коридоре, ни хрена не видно. Там опасюк. Маленький совсем еще. Я даже ему еще ничего не успел подготовить, потому что я вообще думал, что он больше. А в ту клетку, которую я рассчитывал, он просочится вообще легко. Да, это тот пасюк, собственно, который на Ротмане. Вот была тема про пасюка вот этого. Вот это вот он, да. Вот так вот. Еще, собственно, куча клеток в соседней комнате, но я ее не покажу, потому что я вообще не показываю. Ну, вот так вот принципиально, потому что... Там жилье мое, в смысле не мое, а там дети моего. Собственно, вон оно переехало. Вот клетка, типа, из чего смог, из того собрал. Да, все у нас кончилось. Вон пасюк, ну вот да, без телефона хреново покажешь. Крыса, которая пасюк, повернись лицом, пожалуйста, ко мне. Ну лицо, я пока еще не проверял, насчет кусается он или нет, но руку понюхал, вроде зуб не распускал. Вот, будем приручать, узнавать, смотреть и лапать. С другого ракурса тут хоть морда видна. Крыса, которая пасюк. Та, ну ладно, я еще буду о нем рассказывать. Нос. От решетки. Ой, как вы смотрите. Смотрите, как клево. Идиотизм. В общем, короче, я зашиваюсь, ребят, серьезно. То есть, очень хочется пригласить кого-нибудь на помощь, чтобы клетки почистить. Не знаю, здравствуй. Это к чему я вообще? Я к тому, что, как бы, если... Ну, давно как бы не было. Да что ж вы все лезете-то? Смотрите, какой здоровый вырос. Вот. О том, что... если кто-то думает, что у нас мало крыс, да, типа, я давно их не показывал, то ни хрена подобного. Меньше их не стало. Их становится только больше. Лайк упал. Смотрите, как жирный стал. Видели, да? Смотрите, как огромный. Вообще просто лосица. Это наш породистый крыса. Меня за породистого крыса крысоводы убьют. Куда ты под мышку, что ли, полез? Ты совсем дурак. Так вот, да, слезай. Все, не хотят. И итоги сейчас подведу какие-нибудь. Не жри мои штаны. Ты что, совсем, что ли? Ты... Ну, так вот, сейчас дуну тебя, ты лопнешь. Вот. Да. Итоги. Какие итоги? Собственно, во-первых, да, я хотел сказать, что пушкинские, как они были, так они продолжаются. Ребятки, надо помогать. Вот, насчет помогать нам, надо нам помогать, я не знаю, нам надо помогать?
Слышь, помогать нам надо, ты нос пнули. Вот, не знаю, я не знаю, я ничего не знаю, я уже все. У меня, честно говорю, в Инстаграме, наверное, видели мою фотографию там с подписью. Я зашиваюсь. Мы сходим тихо с ума, но как бы мы как были крысоводами-волонтерами, так и мы остаемся. И, в общем-то, я заканчивать это не собираюсь. Пока. Ну, пока. Пока не собираюсь. Видели, да? Это Пасюк. Это потому что Пасюк, это вам не так вот. Тогда заканчивать не собираемся, но хотелось бы сделать небольшой перерыв и разобраться с тем, что у нас сейчас уже есть, и не набирать еще новых. Ну, нам просто некуда. Ну, вы видели, почему некуда, да? Физически некуда. Клетки ставить некуда. Понимаете? За кирку палец, собственно, в общем, не знаю. Вот такой сумбурный выпуск получился с вами, как всегда, был Рост, твою в дивизию. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Любите крыс, да. И всем пока.